всегда спрашивали Маклая, ну как же выглядит Россия? Как же выглядит Таль Маклай, деревня Маклая? И именно поэтому я организовал эту поездку. Именно поэтому я хотел им показать нашу Россию. Он уже бывал в Новой Гвинее и знал, кто мы есть. Поэтому ему было легко с нами. Это было вау! Ого! Он похож на старшего Миклуха Маклая. Я был впечатлен, что он проявляет инициативу по поддержанию и продвижению дела Миклуха Маклая. Он пытается донести до нас, жителей Папуа Новой Гвинеи, важность тех свершений Миклуха Маклая.